Да, президент под куполом. Чи є затверджені вже кандидатури, які вже затвердили? Фракція сказала, що так, дала добро. Ну, вообще, как команда президента, как монобольшинство, поддерживаем не только политику президента в форме движения страны к демократическому будущему, но и поддерживаем все его кандидатуры, которые он предлагает. Обговорение есть, потому что президент Владимир Зеленский, он пропагандирует демократические взаимоотношения и в команде в том числе. Поэтому он очень заинтересован в том, чтобы это было общее решение. Но кандидатуру предлагает президент. Кто отказался? Милованова, скажите, он отказался? Точно уже? И кто еще, кто кроме он? Него отказался? Милованова, Бородянский. По этим двум кандидатурам идет консультация. Идет консультация, скажем так. Я там панчмега, який перший правильный. Хотя Тимофей Милованов мне нравился как министр. Они сейчас...